Итак, если человек хочет подписаться под вас на польский рынок, на еврорынок, он заходит на сайт enaturesunshine.com, нажимает плашку, выбирает себе язык, на котором языке ему удобно заполнять. То есть здесь есть русский, английский, польский и так далее. Выбирает язык, выбирает страну, в которой он будет подписываться. То есть, если есть вот из списка Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония и Европа в целом. То есть, если, например, с Кипра человек, он выбирает Европа в целом. Потом нажимает слово «зарегистрироваться». При нажатии на слово «зарегистрироваться» его перебрасывает на новую страничку, где он в обязательном порядке, где есть красные звездочки, везде заполнить, что надо, где красные звездочки, все заполнить. То есть здесь он пишет свой e-mail правильный, придумывает пароль, потому что в следующий раз, заходя на этот сайт, нужно будет вводить свой e-mail и пароль. Дважды пишет пароль, выбирает страну проживания, то есть где он проживает. Вот здесь он выбирает страну проживания. Если он, например, проживает на Кипре, значит, он выбирает Кипр. Здесь ничего не надо ставить, если Кипр. Потом свои данные, имя, фамилию, персональные данные, кто он. Мужчина, женщина выбирает в обязательном порядке. И, внимание, вот здесь самое главное, где слово «рекомендующий», выбираете, если вы с 25-го рынка, то есть с рынка СНГ бывшего, вот это Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан, Турция, мы выбираем слово «Россия». Вот слово «Россия». Нажимаем слово «Россия», это страна спонсора. И здесь вводите свой логин без всяких букв. То есть вот мой ID 15-11-49. И ваш ID в NSP, который есть, вы здесь пишете без всяких букв, без ничего. Здесь «Россия», и здесь номер номер вашего дисконта. Все. В дальнейшем он, вот это вы даете человеку, который будет заполняться в обязательном порядке, чтобы он написал «Россия», ваш ID, и дальше он заполняет все сам. Он, когда заполнит все сам, в конце надо будет поставить вот здесь звездочки, птичку одну, птичку вторую, и перейти к следующему шагу. На следующем шаге он заказывает продукцию, доставку, оплату и все. Первая закупка должна быть не менее чем на 30 баллов. То есть это в переводе там на 45 евро или 45 долларов. Ну, вот такая вот регистрация человека в Европе и на сайте enaturesunshine.com. Спасибо за внимание.